Овес Макс. Участок без удобрений, разные нормы высева здесь. Здесь у нас 3 миллиона. Так вот овес выглядит без удобрений. То есть вот нижние листочки первый он уже отбросил. Видно, что он готовится, чтобы дать потомство. Кущение. Ну, кущения я не вижу. То есть кущения нету совсем. Без удобрений. 3 миллиона. Здесь уже 2 миллиона. Участок даже выглядит гуще. Странно. С одной стороны. Но здесь есть уже кущение. Не везде, но есть. Ну и колос уже выброшен даже больше, потому что он, наверное, больше сформирован. И нижние листочки местами еще целы. То есть питание пока есть здесь, но растение будет все равно концентрировать питание. Оно будет направлять все в потомство, в колос, и будет что-то отбрасывать. Отбрасывать, конечно, будет нижний ярус. Это вот 2 миллиона без удобрений. А вот здесь миллион. Растение достаточно комфортно себя чувствует, и по цвету видно, и кустятся. Причем кущение достаточно местами неплохое. Ну, 2-3 стебля, в зависимости от того, конечно, как расположено семя. То есть вот так выглядит. И 1,5 миллиона. Тоже так вроде бы достаточно свободно посев выглядит. Не чувствует себя угнетенным. Хотя у нас, конечно же, не сказать, что идеальные условия в этом году. Без удобрений. Ну и здесь я разложил, как эти посевы вообще выглядят. Это у нас получается 3 миллиона поближе. То есть стебель тонкий, не раскустился. Ну, колоски видно, что они тоже не колоски. Метелки тоже сформированы небольшие. Сам посев такой желтоватого цвета. Это у нас получается уже 2 миллиона. Получше. Повыше, повыше где-то сантиметров на, ну, если по флаговым, но все равно где-то сантиметров на 5-7. А это у нас миллион. Миллион уже выше сантиметров. Также где-то 5-7 уже от нормы высева. Нормы высева, растение с нормой высева 2 миллиона, ну и, конечно же, на 10 сантиметров с нормой высева 3 миллиона. И 1,5 миллиона в целом выглядит так же, то есть посевов раскустился местами 2-3 стебля. Ну, в основном, конечно, где-то, наверное, все же, если все это собрать вместе, это будет 1,5 стебля, потому что здесь нет такого обильного кущения. Почему? Потому что все же азота им не хватает, как бы там ни было, но до этой фазы вот получается, что на нормах, ну, на растениях, где были они высеяны с меньшей нормы, они себя, то есть я не вижу каких-то признаков таких вот прям острых недостатка элементов питания. Нижние листочки, конечно, где-то кое-где отброшены, но все равно как бы они более стабильны по цвету, цвет зеленый, по ширине того же листа, флагового листа. Ну и кола здесь также заложен, или метелка, она заложена не слабенькая. В отличие от нормы высева в 3 миллиона.
Вот так.